здесь как делаем лепешки, то здесь вот это стало 5 на 5. Делаем размер кусочка одного. Вот. Вот так нарезаем. Где-то больше, где-то меньше, то есть там на сантиметр. Все это то есть обрежется. Все обрежется. Так, и дальше. Дальше, то есть вот так вот. Прижимаем просто ладонью. Оп, прижали. У нас вот такая лепешечка получается. Это сантиметра два толщиной, 2,5. Потолще чувствуется, где-то тоньше, может быть, оторвал немножко. Все. С одного в другой добавил немножко теста. Ну, в принципе, с этим все понятно. Дальше берем, то есть не по одному, чтобы время у нас не тратить, не один кусочек, а берем сразу парами. И то есть так окунаем и считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17, 19, 22, 4, 6, 8, 32. И так пошли, то есть, ну, то есть все дальше. Так, дальше.